конечно, мы с Тобиасом вечно сремся. Но раз уж так вышло, пусть привыкает. И вообще, если есть шанс его вытащить... Чего уж вытащу. Из-за него приходится торчать тут. Он вообще мог куда-нибудь скипнуть. Блин. Хочешь убивать, потому что так учит книга? Лучше найди другую литературу, друг. Рэй, шикарное место. И что, ты тут живешь? Жил. Я типа уже съехал. Нужно узнать, что Блюм предложила за твой контракт и кому. Мне бы обратно в систему Блюм, но вчера наша встреча прошла херово. Нужна другая точка доступа в сети ОС. Что-нибудь попроще. Твоя Ширага еще цела? Блюмфордж? Ага, Паша. Я в их мусоре иногда для себя запчасти тырил. Но нельзя недооценивать это место. Блюм вкачала туда немало бабла. А еще нельзя недооценивать этих парней. Техника там наверняка в порядке. Психи-ученые плюс огромное бабло. Да ладно, задроты с дорогими игрушками – фигня. Со мной будет Юджин. Мне? Собаку завел, у меня аллергия. Это не собака. Ну, на кошек тоже, да.
Пора мне в Блумфордж. Если в дверь позвонят, не открывай. Вряд ли эти парни знают о дверных звонках. Видео, попавшее в сеть, сделало набирающего популярность диджея Дефолта настоящей звездой. Во время выступления музыканта, скрывающегося под маской крысы, произошел инцидент с участием Эйдена Пирса по кличке Мститель. Неважно, было ли это частью программы или же Дефолт стал жертвой обстоятельств, но в любом случае продажи альбомов исполнителя взлетели до небес. Аноним может стать публичной персоной. Интересно, что он скрывает под маской? На этой неделе полиция Чикаго допросила Ниэла Куина, сына покойного главаря Чикаго Саус Клаб Дермонта Куина. Он подозревается в организации серии взрывов в районе Мэд Майл. Источник в мэрии сообщил, что власти пристально следят за деятельностью клуба и не допустят появления нового Лаки Куина. Если верить словам Эйдена, второго Лаки из этого парня не выйдет. И все же, поток говнюков, желающих занять его место, не иссякнет никогда.
Надо войти и выйти, пока они не вкурили, что это я. Блин, безопасность тут на уровне, однако. Тени бродят, что ли? Пойду проверю. Next,
А, все похрен. Что это? Ай, очередное замыкание. Стоп. Что-то тут явно не так. Попробуем испортить сюрприз. Хитро. Рыр, я наткнулся на лазеры. Конкретней. Лазеры? Куда конкретней-то? Ну, допустим, есть газовые, только их 8 типов. Азотные, углекислотные. Блин, да сигнализация же. А, о, это мои. Что? Так, а можешь обойти? Ну, нет, в смысле, я их установил еще до ухода из Блюмфордж. Они их оставили. Парни всегда любили винтаж, но зацепишь один, и Блюмфордж тут же уйдет в автономку. Блин. Ясно, мне не влезть. Юджин, вперед!
Юджин подрублен к мобиле, значит, то, что я могу делать здесь, могу делать и через его камеру. Вот будет сюрприз для этих умников. Итак, Блюм хочет инвестировать в хакеров, и все вцепились друг другу в глотки. Кое-кто хочет избежать контроля со стороны корпорации. Хакеры — народ вольнолюбивый. Но, с другой стороны, на кону большие деньги, а значит и большие проекты. Мы бы могли создать что-то стоящее, а не в игрушки играть. В Блюм пообещали, что не будут на нас давить. Они, мол, хотят инвестировать, а не управлять. Можно ли им доверять? Не уверена. Стоит ли рискнуть? Да, но я в меньшинстве. Остальные предпочитают обсуждать дизайн звездолетов, а не наше будущее. Мне придется их убедить. К тому же, зачем звездолету дизайн? Он же в космосе, ему функциональным надо быть, а не красивым. Нас с Роуз перевели в лабораторию Блю. Будем работать над новой системой, которая может управлять целым городом. CTOS. Я знал, что проекты будут большими, но это... Будем работать на полигоне. Мы называем это место бункером. Познакомился с новым коллегой. Те смолкли, когда он пошел. Говорят, он легенда. Лучший из хакеров. По мне, так просто бандюгар. Сразу докопался до меня. Назвал моих родителей, цитирую, пара чмошников. За то, что они назвали сына Тобиасом. И сказал, что будет звать меня только по фамилии Фрюдер. Меня так со школы не называли. Я не дам какому-то уроду испортить мне жизнь. Отлично, Юджин. Пора домой. Придется изменить маршрут и вырубить эту хрень. Место очень твое, Фрюер. Спасибо. Наверное. Чем ты занимался до Блюм?
клапанными системами, учитывающими перепады внутреннего давления. Ну и... Латры. Ну да. Кто бы сомневался. Без пары хаков тут не пройти. Делать мне больше нечего. А? Оттуда звук был. А! Что за хрень тут творится?
Оу, что происходит? Похоже, просто сломалось. Издеваешься, что ли? Надо звонить Фрюеру. Да. Издеваешься, что ли? Я... То есть? Странные лазеры. Странные лазеры. Черт!
зуб даю. Парни из Bloom Forge тут под ЛСД оттопыриваются. Посмотрим, что тут есть на Фривера. Черт, совсем хреново. Выберусь, позвоню ему, но сначала надо как-нибудь выбраться. Пойду-ка я отсюда, уходя, гасите свет. Вот так. Видишь его? Нет, ничего не вижу. Может, ушел? Тихо, ищи давай. Не увидят, не застрелят. Ладно, Юджин, хочешь новые зубы? Черт, нет! Мужики, сейчас рванет! Там что-то есть. Ну, труба, кто купил эту хрень? Ищите уже! Не спать! Проверьте там! Он здесь, продолжаем! Может, убит? Ищем! Он не мог уйти. Здесь никого, иди дальше. Мы должны выключить его. Смотри! Это что, шутка такая? Вот так.